А вот требования к мобильным операторам могут ужесточить в Казахстане. Им следует поспевать за ростом городов и других населенных пунктов страны, считают в Министерстве цифрового развития. Минимальную скорость 5G в Казахстане нужно установить не на уровне 10 мегабит и в секунду, а 50 мегабит, подчеркнули в ведомстве. Сотовые операторы могут обеспечить стабильное интернет-соединение за счет установки нового оборудования и возведения специальных вышек.